Всех приветствую. Принесли вот такой вот блок питания от ноутбука компании Hewlett-Packard. Сказали, что перестал заряжать ноутбук, перестал ноутбук от него работать. Если у вас случится такая ситуация, прежде чем вскрывать блок питания и проверять его, нужно сперва проверить. Может, неисправность заключается в кабеле, либо питающем, либо уже выходном. Первым делом вынимаем кабель, мультиметр ставим на звуковую прозвоночку и проверяем его. Эта линия исправна, эта линия тоже исправна, то есть кабель, мы убедились, исправный. Далее нужно убедиться, что не поврежден вот этот кабель, к которому идет 19 вольт к ноутбуку. Также на звуковой прозвоночке ставим наружную и внутреннюю и смотрим. Если кабель поврежден, где-то короткое замыкание, мультиметр будет на звуковой прозвоночке пищать. Если кабель в обрыве, то при подключении щупов ничего происходить не будет. А если мы подключаемся, пикнула пищалочка и пошла зарядочка конденсатора, то оп, все, конденсаторик зарядился. То есть у нас вот этот кабель, он исправный, и до блока питания отсюда все доходит. Далее проверяем высоковольтную сторону. Также на звуковой прозвоночке также, если здесь все исправно, должен зарядиться конденсатор. Ничего не происходит, значит, проблема с высоковольтной стороной в блоке питания. Когда мы убедились, что все шнуры исправны, дальше убедились, что неисправный действительно блок питания, дальше его нужно разобрать. Так как он склеенный, разбирается он только с помощью молотка. Берем ножик либо скальпель, надставляем, стукаем сюда молоточком аккуратненько, после чего он раскалывается, у него корпус, и мы сможем до него добраться. Далее экранирование снимаем. Экранирование здесь вот приклеено, оно идет как экранирование и как охлаждение для дросселя и остальных деталей, потому вот снимается тяжеловато. Я уже все разобрал. Также здесь это экран припаянный, нужно будет отпаять перед снятием. Снимаем. Теперь у нас все на виду, видно, что блок питания оригинальный, куча деталей, по весу очень тяжелый. Теперь будем проверять сам блок питания. По выходу мы определились, что здесь все нормально, ни короткого нет замыкания, не обрыва, все приходит по кабелю. А вот по этой стороне у нас показывает, что обрыв, что питание до конденсатора не доходит. Так, давайте проверять будем. Мультиметр на звуковую прозвонку и проверяем. Так, у нас идет вход питания, сюда пришло, пошло сюда, отсюда пошло сюда и так далее, то есть туда уходит. Так, следующий до предохранителя доходит, а с предохранителя уже не выходит, то есть предохранитель сработал и он в обрыве. Так, давайте проверим после предохранителя. Да, вот поэтому предохранитель сработал, потому что короткое замыкание.
Чтобы дальше проверять, нужно добраться вот здесь вот диоды. Так, они залиты. Нужно вот это все отколупать. Убирать нужно аккуратненько, чтобы не повредить такие вот СМД компоненты. Убрал эту белую заливочку, добрались до диодной сборочки. Вот она здесь установлена. Давайте ее сейчас прозвоним. Так, на звуковой прозвонке. Здесь у нас короткое замыкание. То есть диодная сборочка у нас вышла из строя. Так, проверим вот эти два диодика. Угу. Здесь у нас тоже короткое замыкание. Так, посмотрим дальше. Жив ли управляющий транзистор? Управляющий транзистор, походу, целый. Визуально видно, что спух конденсатор. По всей видимости, был скачок напряжения. Конденсатор вышел из строя, за собой потянул диодную сборочку. Ну, соответственно, из-за этого сгорел предохранитель. Давайте отпаяем сейчас сборочку, чтобы она нам не мешала дальше диагностировать, и продиагностируем дальше. Диодная сборочка с этой стороны тоже вся залита. Тоже придется все это удалить. После того, как все подготовили, теперь уже можно будет и выпаивать. Прибор удалили, сборочку извлекли. После выпайки проверяем диодную сборочку вне схемы, то есть, возможно, где-то еще коротыши будет. Такое впечатление сказаться, что диодная сборка сгорела, она, возможно, целая, возможно, исправная. Так, по входу нормально все, хотя на плате она звонилась. Так, одна линия нормально, вторая тоже нормально. То есть диодная сборочка целая, оказывается. Значит, смотрим дальше по схеме. Так, выход с диодной сборки также на звуковой прозвонке. Все нормально. Конденсатор. Так, тут все нормально. На вход диодной сборки короткое замыкание. Так, давайте смотреть по схеме. Это все идет вот на эти два диодика. Этот в коротком, этот тоже в коротком. Схема у данного блока питания немножко другая. Не так, как те, которые я раньше ремонтировал, которые у меня были до этого на ремонте. Вот этих диодиков двух здесь не было. Обычно приходило 220 на сборочку, со сборочки уже выходило на конденсатор. А здесь добавили вот эти два диодика под маркировочкой D3 и D2. Удаляем все, что сгорело. Теперь конденсатор. Микрофарад, 420 вольт. Также здесь предохранитель нужно будет заменить. Вот уже извлекаем. Так, все сгоревшие детали извлек. Конденсатор, предохранитель, два диода. Берем новые детали. Все детали заказывал на AliExpress, ссылочки оставлю ниже под видео в описании. Предохранитель 3,15 ампера, два диодика, стояли 2-амперные, я взял 3-амперные.
также конденсатор 120 микрофарад, 450 вольт. Здесь был на 420 вольт. Думаю, послужит подольше. Теперь все это запаиваем на место. Предохранителя нет полярности, так что без разницы, как его запаивать, хоть так, хоть так. Припой тоже используется с Алиэкспресса, Кайна. Уже идет с флюсом. Флюс не надо добавлять при пайке, очень удобно. Диоды устанавливаются согласно маркировке. На них есть полосочки, и здесь вот есть полосочки на плате. Теперь конденсатор, тоже соблюдаем полярность. Минус. На плате полосочка минус. Здесь он находился в положении лежа. Так его и устанавливаем. Теперь бокорезами удаляем ножки лишние. После пайки за собой отмываем флюс. Флюсом отмываю. После сборочки проверим на козу. Не закралась ли здесь где-нибудь коза у нас. Козы нету. Сейчас припаиваемся через предохранитель лампочку и проверяем. Подключил, проверяем на разъемчике. 19 вольт есть. Блок питания отремонтирован. Все, ремонт завершен. Осталось все это собрать в корпус. Причина выхода из строя, опять же, был скачок напряжения, из-за чего вышел из строя конденсатор. Ну и, соответственно, все остальное вышло из строя. На этом такой ремонт завершен. Всем спасибо за внимание. Всем удачи.